После 1905 года широко развертывается деятельность И.С. Проханова. На таком вот фоне прихода свободы выходит на арену евангельского движения Иван Степанович Проханов. Он тоже был выходцем из малаканской семьи. Родился во Владикавказе. В советское время Орджоникидзе. Обратился ко Христу он в очень раннем возрасте. В 15 лет у него уже обнаружились такие серьезные духовные искания. Он поступил учиться во Владикавказское реальное училище. Что в это время молодежь была такая ищущая, мы с вами говорили об этом. Молодежь интересовалась философией, разным философским направлениями, и позитивизмом, и нигилизмом. И еще одно было модное течение тогда, среди тогдашней молодежи студенческой, это философия пессимизма. Шопенгауэр, Гартман, некоторые восточные религиозные вожди такой философии тоже проповедовали. Будда и другие. В училище даже возник такой философский молодежный кружок. Молодежь, которая исповедовала пессимизм, философию пессимизма. Да, вот в таком юном возрасте. Ну, тогда уже Проханов был не 15, а где-то 16-17. Он оказался членом этого кружка философского. Там были свои лидеры молодежные. И вот как-то Проханов попал на собрание этого кружка. Значит, лидер держал речь на тему, что жизнь не имеет никакого смысла. Она пустая, в ней сплошные разочарования. И самый лучший выход из тупиков разочарования – это самоубийство. И после такой речи он вытащил из кармана пузырек с цианистым калием. Проханов стоял рядом с ним и так ударом руки выбил этот пузырек. Он разбился. Вот такой речи донесли начальству. Начальство переполошилось. Что же это такое? Надо, наверное, запретить деятельность этого кружка, коль там такие призывы, к самоубийству. Ну и Проханов тоже в это время разочаровался данной философией. Хотя он разделял многие взгляды, и у него тоже такое было настроение. Когда вечером он приходил в свою комнату, там неподалеку висело отцовское ружье на стене. Еще он на это ружье так посматривал, вспоминал речи, которые говорились на кружках пессимистов. И во время таких вот раздумий, такого настроения, он вдруг увидел на столе брошюрочку. Под названием «Любите ли вы Христа?» Так называлась брошюра евангельская. «Любите ли вы Христа?» Это навело его на другие раздумья. Он стал размышлять о жизни своих родителей. Родители Малакани, мать и отец, много терпели они за свою веру. Были в ссылке, он посещал их. Видел там других ссыльных. И подумал о том, что вот как они любили Христа, и из-за любви ко Христу готовы были перенести любые скорби, любые лишения. Под влиянием этой брошюры Проханов покаялся в 16-летнем возрасте. И тогда же установил для себя программу жизни. Жизненную программу. Поставил цель. –
служить Богу и служить ближнему ради славы Божьей. А в это время он увидел такой, можно сказать, вещий сон. Во время покаяния, во время размышлений такого глубокого смысла жизни. Как будто стоит он у входа в большой дворец. Здесь ступени такие длинные, широкие, парадные двери. И он стоит на ступенях. Вдруг дверь открывается. Из дворца выходит Христос. Что руки у него наполнены золотыми и серебряными монетами. Он подходит сюда к ступеням. Моментально толпы народа появляются откуда-то. Стоят внизу. Христос бросает золотые и серебряные монеты. Проханов их ловит и раздает людям. Как промежуточное звено. Значит, сверху Христос у входа с сокровищами, с ценностями. Бросает в толпу. Проханов подхватывает и раздает дальше. Что он воспринял этот сон как пророческий, да, как вещи. Он усмотрел в этом Божий призыв к труду, к служению. Брать сокровища духовные из рук Христа и раздавать их людям. И тут еще больше он укрепился в избрании жизненной программы, жизненной цели. Послужить Богу, послужить ближнему. А для этого он пришел к такому выводу. Надо получить духовное образование и получить высшее светское образование. Он отправляется в Петербург, поступает на учебу в технологический институт. Назывался он тогда «Техноложка». Это было такое престижное заведение, известное. Проханов поступил на отделение инженеров железнодорожного транспорта, инженер-путеец. Как он после скажет, что я спасал людей Евангелием и тормозом Вестингауза. Тормоз Вестингауза. Приспособление там, трамвайное и вагонное, и Евангелие двумя инструментами действовал. Во время учебы в институте Проханов стал искать верующих. Так где бы найти ему духовные очаги для духовного подкрепления? И он нашел такие кружки в лице кружков аристократических. В аристократических собраниях, что в это время Пашков и Корх были изгнаны из России. Проповедников не хватало, проповедовали сестры очень активно. Когда молодой Проханов стал посещать эти собрания, естественно, перед ним открылось большое поле служения, большое поле труда. Он стал проповедовать, он стал заниматься с молодежью. И на одном из собраний произнес проповедь даже такого пророческого характера. В это время были сильные гонения. В подвалах где-то собирались там, в плотницких мастерских, в помещениях для кучеров. И Проханов на одном из таких собраний произнес такие слова. «Не бойтесь, дорогие братья и сестры, ободритесь, мужайтесь. Придет время, когда наступит свобода, и мы с вами будем проповедовать Евангелие даже в соборах Русской Православной Церкви». Для тогдашней эпохи это было такой сенсацией, очень смелым заявлением говорить о том, что мы, евангельские верующие, будем проповедовать аж в соборах Русской Православной Церкви. И все с таким с недоумением, со скептицизмом смотрели на молодого проповедника. Вот в то время, когда случилось кровавое воскресенье в России, Проханов в это время находился в пригороде Петербурга на молодежном собрании. Было такое
можно сказать, подпольные, нелегальные собрания. Так как было же разрешено собраться? А это еще вот до выхода указов. Ведь кровавое воскресенье пришлось на 9 января. А 8 января Штраханов заседал в конспиративных условиях с молодежью, разрабатывал планы, миссионерские планы, юнилиционные. Но он уже чувствовал, что назревают близкие перемены в общественной, политической, духовной жизни России. В эту эпоху ярко расцвели все дарования Проханова. Но среди всего этого букета, наверное, в наибольшей степени проявились его организаторские способности. Он очень быстро мог оценивать обстановку, очень оперативно реагировать на создавшиеся обстоятельства. Проханов в 1906 году организовывает так называемый Русский Евангельский Союз. Русский Евангельский Союз. Только-только вот вышли новые законы, которые представляли больше свободы. Проханов сразу отреагировал. Это было объединение межконфессиональное. В этот союз могли входить баптисты, молокане, менониты, штангисты. В 1909 году Проханов организовывает еще одно крупное объединение. ЕХБ. Нет, не ЕХБ. Союз евангельских христиан. Союз евангельских христиан. ЕХА. 1909 год, да, ЕХА, евангельские христиане. С этого момента в России официально движутся, развиваются две, по сути, свои одинаковые ветви, два одинаковых течения – баптисты и евангельские христиане. Из кого Проханов организовал свой союз? В основном это были представители тех верующих, которые входили в общины аристократов. В общины, которые организовывал Пашков, Корф, Бобринский. Основной приток в данный союз был обеспечен за счет пашковцев. А с какой целью организовывал Проханов союзы? С какой целью? Ну, для того, чтобы эффективно заниматься евангелизацией, открывать новые церкви, открывать миссии и так далее. Для того, чтобы это была такая структура боевая, в духовном смысле динамичная, деятельная, активная. А в этот же союз вошли частично и баптисты, часть баптистов из баптистских общин. Вошли в Прохановский союз. На этой почве возникли напряженные отношения между Прохановым и руководителями баптистских общин, потому что он в какой-то мере перетянул свой союз из баптистских церквей тоже часть членов. И до сих пор вот эта напряженность между баптистами и евангельскими христианами иногда проявляется. Последователи Проханова. То есть в доктринальном положении как бы особо различий не было, да? В доктринальном смысле не было разницы. В догматике абсолютно нет никаких различий. Есть некоторые различия в обрядовой, внешней стороне. Ну, например, какие? В рукоположении. Значит, баптисты совершают рукоположение как процедуру специальную, как священнодействие, когда старший пресвитер, например, возлагает руки на
избранным кандидатом, совершает молитву. Вот таким образом поставляется пресвитер служитель церкви. У иванских христиан эта процедура по-другому происходит. Нет личного такого рукавозложения, а есть молитва всей общины. Когда вся церковь с воздетыми руками молится и просит Божьего благословения на избранного кандидата. На диакона там, или на пресвитера какой-то новой церкви. Вот в этом разница. В рукоположении различия, в хлебопреломлении, в совершении хлебопреломления, точнее. Что у баптистов пресвитер вначале разламывает хлеб, а потом разносит, раздает кусочки. У иванских христиан хлеб нетронутым идет по рядам, и каждый отщипывает хлеб. Более консервативные. Иванские христиане? Да я бы не сказал. Скорее всего, наоборот. Баптисты занимали более консервативную позицию, более такую замкнутую. Сейчас мы скажем, в отношении чего. Вот у Проханова была натура такая крупномасштабная, что у него постоянно в голове кипели, бродили всякие идеи, проекты такие широкомасштабные. Значит, он хотел евангелизировать всю Россию, встряхнуть всю Россию и православие в том числе. Значит, да, такое видение у него было глобальное. И когда он заявлял об этом баптистам, вот о таких планах, баптисты сомневались. Значит, они выражали сомнение, что это слишком сильный размах, вряд ли что-то такое получится, и зачем нам лезть в такие сферы там, в социальные, политические, это не наше дело. Если мы изберем такую позицию, как один из баптистских служителей выразился, Иванов, в таком случае к нашим берегам прибьет много ненужного мусора. Значит, у наших берегов тогда окажется много ненужного мусора, если мы будем, значит, идти таким широкозахватным фронтом. Баптисты опасались такой слишком широкой деятельности и занимали такую позицию более осторожную. В этом отношении бы не разделяли инициатив многих Проханова. Вот в этом тоже была разница. Что Проханов большой акцент делал на развитии социального служения. Баптисты тоже занимались социальным служением, но не так широко, не так активно, не так повсеместно. Вот сейчас это тоже сказывается. Церковь Благодать в Курске, она традиционная, баптистская, но социальным служением тоже активно занимается. У нас, например, в Тамбове тоже старейшая церковь, 125 лет будет в этом году. Но там наши пасторы почти на 100% отрицают социальное служение. Считают, что это не дело церкви. Дело церкви только проповедь, там крещение и все. И больше церковь ничем не должна заниматься. Не надо там в тюрьму ходить, не надо посещать дома престарелых, больницы. Этим пусть светские люди занимаются, это не наше дело. Есть вот такое мнение, такой взгляд. Это как раз то, что вот идет и от того наследия, от той позиции. Несколько узкой, такой замкнутой, изоляционистской. А у Проханова был размах слишком широкий. Да, и еще у баптистов к Проханову, конечно, были претензии какого рода. Баптисты же исторически, хронологически старше. Они считали себя старшими братьями. Появились раньше исторически. Союз русских баптистов возник в 1884 году. Как объединение со своими отделами. А союз иванских христиан в 1909, более молодой. Ну и баптисты смотрели на представителей этого союза, как на молодых, как на новобранцев. Вот они, мол, у нас должны учиться. Наш опыт
перенимать к нам, прислушиваться, а они вот так слишком далеко ушли в своих порывах, в своих стремлениях. Но догматических различий не было никаких. Доктрины, вероисповедания, по сути, одно и то же. И у баптистов, и у иванских христиан. Но исторический путь был вот такой параллельный. Были постоянные попытки к сближению, к объединению. Были совместные учреждения, там совместные библейские курсы, например, где баптисты и иванские христиане обучались. Совместные юнилиционные кампании, собрания в крупных городах или еще где-то. А нет какого-то документального отражения, кто обучал? Поскольку, ну, как бы, ведь не было таких, наверное, же, ну, как бы, специалистов, что ли. Или, может, были, но не столь много, которые могли, как бы, ну, обучить какое-то. Есть данные, есть данные. Первым, конечно, вот в организации богословского образования первым был Проханов. Он в 1913 году открыл первые библейские курсы, куда приглашались и баптисты тоже для обучения. Кто там преподавал? Сам Проханов в первую очередь. Что были образованные люди из числа вот тех пашковских общин, они могли преподавать. С Запада никого не было, да? И с Запада тоже могли быть преподаватели и проповедники с Запада. Ну, давайте тогда по пунктикам отметим сферы деятельности Проханова. Коль мы этот вопрос затронули. Ну, во-первых, его организаторские акции, организаторской деятельности, образование союзов. Вторая сфера служения Проханова – издание духовной литературы. Издание духовной литературы. С 1905 года он начинает издавать журнал «Христианин». Журнал «Христианин» с 1905 года. А вот во времена гонений победоносцевских Проханов наладил подпольное, нелегальное издание духовного журнала. Этот журнал назывался «Беседа». Тоже нужно было проявить такие организаторские способности, чтобы в условиях подполья организовать периодическое издание «Беседа». Это еще 1894 год был. Это было издание такое межконфессиональное. Там и молокане публиковались, и штунгисты, и баптисты, и толстовцы даже. А в какой среде журнал распространялся? Среди неверующих? В основном среди верующих он распространялся и среди правозащитников. Потому что там много было материалов о судьбе, о тяжкой доле верующих, о преследованиях, о гонениях. Этот журнал регулярно получал Толстой, Лев Толстой. В его личную библиотеку приходили экземпляры этого журнала. Ну, а теперь вот свобода была в некоторых пределах разрушена. А «Христианин» журнал тоже издавался для верующих? «Христианин», да, если судить по содержанию, для верующих. Статьи, проповеди, размышления, события, обзор событий текущих. «Молодой виноградник». Журнал «Дня молодежи», тогда же, после 1905 года, Проханов начинает издавать. «Толстый календарь», «Добрый советник»,
добрый советник на весь год в виде такого вот журнала толстого, где тексты из Библии приводились на каждый день, размышления на данный текст и какие-то поучительные афоризмы по определенной теме философов, богословов, проповедников. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. В 1911 году он начал издавать газету «Утренняя звезда». Мы уже говорили об этой газете, она была такая тоже широкоформатная во всех смыслах. Не только в прямом, но и в переносном. Там освещались и политические, и социальные новости, события, проблемы, и духовная жизнь тоже. Сейчас, может быть, вы видели тоже такую газету с таким же названием «Утренняя звезда». Там сверху написано, что издавалось там Прохановым с 1911 года. Где-то в Орле, по-моему, издают. Ну, конечно, вот нынешняя «Утренняя звезда», она совсем не сравнима с той «Утренней звездой». Что в этой «Звезде» публикуют в основном проповеди корейских пасторов. Длинные такие проповеди корейских пасторов. Заметки небольшие. Ну, иногда появляется такой материал немножко странный. Там программа какой-то партии, малоизвестной партии, где есть какие-то идеи, вроде бы христианские, там, демократические, но такие навороты философские, психологические, что трудно разобраться. И вряд ли можно считать такое издание преемственным от того Прохановского. Организация библейского образования тоже была предпринята Прохановым. В 1913 году он открывает библейские курсы. Издает он сборник духовной гимны, сборник духовных гимнов, точнее СДП он назывался, сборник духовных песен. Мы вчера об этом говорили, по-моему, что Проханов здесь проявил себя как собиратель народного духовного творчества. А сейчас мы перечислим крупные мировые события, связанные с баптистским, с евангельским движением, которые пришлись как раз вот на это время, на время после 1905 года. А потом еще одну личность вспомним. Эта личность была, по сути, равноценна Проханову. Баптист. Только со стороны баптистов, да. Если Проханов лидер евангельских христиан, то тот другой был баптистским лидером, но о нем тогда попозже.